Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. По событиям, ребята, у нас пока все глухо. Я уже посмотрел, у нас через 5 дней 23 часа будет доступно. Ну, точнее, для нас будет доступно через 2 дня. Потому что это у нас идет только для драконьих наездников. В данный момент доступно. Так, ну что, друзья мои, теперь нам можно найти вот такого вот огненного ветрокрыла. Угу. Шанс, конечно, я думаю, маловат. Но тем не менее, друзья мои, тем не менее, я все-таки отправлю его на поиски, потому что огненного ветрокрыла у меня еще нету. И я думаю, что он будет неплох. Так, ну что ж, тогда сегодня у нас серия по сбору ресурсов. Серия по сбору ресурсов, нормально? Ну, ресурсы пособираем и отправим наших ребятулек куда-нибудь во свояси. Так, что ты мне принесешь? Ага. Так, ну тут, ребята, выбор невелик. Скорее всего, нам подкинут эти 4 руны. Нет. Смотри-ка. Нам дают, ребят, яйцо. Я забыл уже, кто здесь. Ну да. Дымодышащий душитель. Разместить, естественно, его в ангар. Отправить в ангар, конечно. Так, а ты-то что у меня кипятильник? Я что-то не понял. Так, ребят, я хотел задание посмотреть. Так, здесь берем награды. По поводу кипятильника, нам же нужно древесину, насколько я помню. Да ё-моё, не туда нажал. Нам древесину же нужно кипятильником. А, нам еще скользкопева, блин, надо было искать. Кипятильник. Блин, ну он столько рыбы приносит. Мизер, ребят. 20 тысяч всего лишь рыбы. Блин, надо его качать. Качать, качать, еще раз качать. Пока, ну хотя бы, я не знаю, там. Пока он, блин, ну не знаю, 1050 не будет наносить. Про модификрылку сказали, ребята, стоит ее качать. Она будет очень много приносить железа. Так что если я сейчас насобираю... Кто бы сомневался бы. Кто бы сомневался, что мне яйцо это дадут. Но мы будем надеяться на лучшее. Так, сбор. Сбор рыбы. Так, здесь забираем и отправляем его. Так, где мои рыбные места? Ну что, опять ты фризишь? Ну как ты меня раздражаешь? Ну, резьбохвост. Так, вот он. Мой самый главный рыбодобывальщик. Так, ты у меня за древесину, да, пашешь? Давай мы тебя отправим тогда. Ты за рыбой полетишь, ты тоже полетишь за рыбой. Так, переходим сюда. Эти у нас еще и прапываются. Давай вперед. Вперед. Так, этого я не знаю, ребята, громилёда. Ну, я, наверное, пока его отправлю за рыбой. Вот с этим-то что делать? Ну, этих, наверное, тоже пока за рыбой. Нет, вот, это древесину нормально. А, это же древесину у нас добывает. Это же древесники. Древесники-буревестники. Так, здесь отказываемся. И здесь тоже мы отказываемся. Не хочу я тратить руны. Так, полетел за деревом. Барсик. Что? Так, ну тут либо руны, друзья мои, либо тусклый янтарь. Все-таки руны, да? 8 штук. Так, и они, ребят, созрели у нас на новое приключение. Лети. Так, ты у меня тоже полетишь. Повышает шанс на лучшие награды в приключениях. Знаю я этот ваш шанс на лучшие, конечно. Я с кем-то так уже... С кем-то так уже заморачивался. Ничего там лучшего, ребята, он не приносил. Костюмы одевали, я вот не помню, правда, на кого.
Ну что, тусклый янтарь опять дашь, да? Что он еще может дать? Самую ненужную награду он мне впаривает. Лети в драконий край. Так, ну что, модификрылку пойду я, наверное, ребята, прокачаю. А ты что тут притулился? Сидит там потихонечку. А модификрылка где? Модификрылка у нас... Вот. Да блин. Дорогущая. Дорогущая эта модификрылка. Блин, обходится мне совсем недешево. А в плане рыбы. Такс, где наш травоядник? Лесовичок, он всегда с гнездами. Всегда с гнездами и всегда с тусклым янтарем. А здесь мы с тобой заберем бесплатный загадочный пак. Давай. Громобой, шепот. Опять шепот. И слегка ресурсов выдал. Так, давай следующего с тобой возьмем. О, эмблемку выдал. На поиски, конечно. Ты у меня с поисков с этих не вылезешь. Новая способность. Так, перья шкур, друзья мои, может теперь добывать железо. Не знаю пока в каком количестве, в каком объеме. Так, яркий ужас. Да, я вижу, вижу, что у меня с древесиной полный завал. Блин. Ну и что делать? Давай заберем здесь тогда. А мы награду получим. И это 30 рун. Копятся потихонечку руны, это у нас копятся. Здесь откроем с тобой пак. Обычный, чудовище, ужас, громобой. И редкий, ребят, на открытие поставлю. Так, знаешь, я не взял ежедневку. Это за апрель уже, да, у нас получается. Так, больше здесь нет. Событий тоже пока никаких нет, друзья мои. Так, руны в подарок. Сколько? 1000. Хороший, хороший подарок, если честно. Так, и у нас с тобой древесина. Подожди-ка, за древесину. Давай вначале вот здесь вот глянем. Сколько мы можем заказать тусклого... Да нет, не ты. Да ну отвали, ну... Да закрой ты это окно, блин, а. Сколько? 4. Почему-то стандартных 4 руны. Ой, блестящих янтаря. А, у нас кто-то же должен за древесину работать. Слушай, давай-ка мы отправим гнильца на прокачку. Вот здесь заберем с тобой так. Этого отправим. 704 древесины у нас. Блин, ну вот 704 древесины. Вот куда вот мне сейчас? Куда мне их вот потратить? Я ума не приложу, куда мне их сейчас потратить. Их некуда просто тратить. Вот, здесь, кстати, можно. Пускай летит. Ты не хочешь, нет? Хочет, кстати. Невеста Кривоклыка. Полетела тоже, ребят, на прокачку. Вот тут надо еще глянуть. Ать!
Почему у меня академия так быстро забивается? Прям моментально. Ну, лети. Клык как риф. Так, ну тут осталась древесина. Ребят, я не знаю, давайте, наверное, один пак вождя откроем, чтобы уж... Не зря, как говорится, мы сегодня зашли в игру, потому что ресурсы мы собрали. Так. Не особо, ребят, хорошая команда там, по-моему, нам сейчас подберется. А, ну, в принципе, нормально, а тут только кревет из таких более-менее опасных. Ну, этот, конечно, тоже, ребят, фаерболами-то с вами будет угощать, будь здоров. Так что сейчас попробуем с тобой здесь выкарабкаться с сухими из воды. Вряд ли получится, да? Скорее всего. Так, минус кревет. Ну, блин, а этот усиленный уже. Добьют барсика, понятное дело. Жаль. Я думал, что мы обойдемся малой кровью, но не вышло. Блин, он еще усиленный сейчас. Глушить? Нет, просто удар. А этот? Этот, ребята, готов был фаербол. И, в принципе, он должен был... Х2. А давай мы сделаем... Вот так. Глушани его, пожалуйста. Бамс. Замечательно. А мы теперь добиваем здесь. И добиваем здесь. А здесь у нас ну, скажу тебе, тут только одного более-менее сильного противника вижу. Это вот этот вот. Промахнулся. Фу-фу-фу. Так, давай понижаем тогда ему защиту. Так, пистеголову надо ввалить. Блин, сейчас фаербол кинет. Ух, это не фаербол, это целое огнепламя было. Опять барсика ушатывает, да? Они опять барсика, ребят, хотят ушатать. И у них это получится. Сейчас уничтожат Кривоклыкова. Да ладно, ты еще глушить собираешься? Блин. Ну-ка... Куда же ты еще можешь? Да иди ты! Я думал, сейчас сюда бомбанет. Хорош. Хиляемся. Ну и что ты будешь делать? Да ничего, просто кусанул. А мы опять хильнемся. И добьет Кривоклык. Пока. Ну что, я надеюсь, это последний у нас поединок. В принципе, должно пройти все хорошо, ребят. Змеевики меня как бы особо сильно здесь не пугают, если честно. Это тебе не капкан стальной или еще что-то в этом роде? Ну да, да, да. Ну тут как то, что вот понижение атаки, это не очень хорошо. Так, минус барсик вражеский. И поехали сюда. То есть один у нас шустрый, другой у нас дамагер. Ай-яй-яй-яй-яй, хвостом. Минус 2 энергии, спалил, а? Спалил энергию мне. Ну что, хлопчик? Все, будешь сейчас у меня получать ата-та. Да ты заколебал, а? Но на этот раз он попал. На тебе. Вот и все. Так, ребята, ну что, мы с вами получили обычный пак и плюс пак вождя. Громобой, шипорез, громыль, душитель, ужас, шепот, вострозуб, кревет, дагура. И здесь заберем с тобой наградушку одну. Так, ну здесь древесина, это нам пока не надо. Ну что, друзья мои, на сегодня пока все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.